ручку от себя, нос опускает, скорость растет. Ручку на себя, нос поднимается, скорость при этом падает. Влево, Сергей Ромашин проводит инструктаж для самого необычного в его 27-летней практике пилота. Екатерина Ларина инвалид, но невозможность ходить не пересилила ее огромное желание летать. Да, я в первый раз вообще здесь, в первый раз летаю. Конечно, очень волнительно, хочется попробовать. Что чувствовали во время полета? Наверное, позитивные эмоции. Пожалуйста, конечно, посмотреть всю эту красоту, увидеть, почувствовать парение в воздухе. Очень отлично было. Мы планировали на пятницу, а вот видите, погода как. Погода оказалась, что в четверг нужно летать. Сегодня вот 4. А народу, людей очень много, которые хотят заниматься этим. Эти полеты инициировал Российский союз инвалидов. По программе «Небо открытое для всех» в воздух поднимутся сотни людей с ограниченными возможностями по всей стране. Катался на коляске много-много лет, и когда у тебя появляется еще одна возможность что-то другое, так сказать, почувствовать, совершить, отказаться от этого земного притяжения, хотя бы на небольшое время, конечно. Вот в этом году мы уже провели ряд этапов программы. Летали на гидросамолетах, летали на дельталетах, на автожирах, на тепловых воздушных шарах, в аэродинамической трубе. Вот через несколько дней у нас состоится в Москве этап программы. Будут организованы прыжки на двухместных парашютных системах «Тандем». На поле центрального аэродрома сегодня пришли и приехали самые отчаянные экстремалы. Те, кто после несчастья не поставили на своей жизни крест. Ну, в жизни нужно попробовать многое, тем более, если есть возможность, почему бы и нет, сами знаете, по нашей жизни для таких вещей время редко находится, а если уж есть, то надо. Столько эмоций, сколько получили орловские мересивы на высоте в 1000 метров, они не получали никогда, признаются дебютанты-пилоты. И уверенно заявляют, при любой появившейся возможности вновь бросят вызов судьбе. Фотографии успели какие-то сделать? Да, конечно, знаете, на земле такого не увидишь. Сколько живу, вот понятия не имел, что вот настолько вот у нас все красивое здесь. И мы нашли такую возможность вот организовать полеты для тех людей, которые, я так думаю, давно мечтали подняться в небо, но у них не было такой возможности именно вот по состоянию здоровья, но отнюдь не по состоянию их души. Так, совместными усилиями многих организаций для людей с ограниченными возможностями открыли небо. Хорошо, если бы для них открыли еще и землю, говорят инвалиды. Реализоваться для многих мечта по-прежнему недостижимая.